Если говорить только о ШОС, достаточно отметить то решение, которое принято. Расширение. Начата процедура расширения ШОС. Причем не просто начало приема постоянные члены Индии и Пакистана. Это процесс, который начинается. Но и предоставление статуса наблюдателя Белоруссии и решение о предоставлении статуса партнеров по диалогу Азербайджану, Армении, Камбоджи и Непалу. Из крупных итогов стратегия развития ШОС до 2025 года. Очень серьезный, солидный документ. Могу сказать, что многое из того, что мы задумывали, удалось реализовать. Хотелось бы больше, естественно. Но и даже то, что получилось, превзошло все возможные ожидания. Уфимская декларация – это квинтэссенция оценок подходов государств-членов к текущей ситуации и в мире, и в регионе, и в отношении взаимодействия, которое происходит в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам. Это еще один серьезный документ. Лидеры подписали также программу сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом на 3 года. Это тоже весьма конкретный, предметный, такой основополагающий документ, на котором будет строиться работа как исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры, так и всех государств-участников. Словом, итоги обнадеживают, но насколько эффективно это все удастся реализовать, вот что главное. На сегодня настрой очень серьезный. Государства-члены выходили на эти решения с твердым желанием, стремлением в полной мере осуществить задуманное. Предстоит продумать, как мы будем выстраивать нашу работу по реализации стратегии. Но если то, что касается Уфимской декларации, здесь достаточно просто. Это конкретные меры, конкретные задачи и конкретные подходы, то по остальным направлениям нам надо будет еще внимательно работать. Те задачи, которые поставили лидеры, они общеизвестны. Это и придание еще большего импульса экономическому сотрудничеству, в том числе работе по созданию финансового механизма. Об этом Владимир Владимирович Путин говорил и с коллегами, и на пресс-конференции, о том, что существуют различные институты на сегодняшний день в регионе, и наша задача внимательно посмотреть и определить оптимальный вариант создания вот специального финансового механизма ШОС. Или были такие мнения, посмотреть, как можно использовать те инструменты, которые уже существуют в интересах ШОС. Словом, это не потому, что я вплотную занимаюсь этим делом, а просто потому, что именно потому, что вплотную и на протяжении более чем 10 лет я могу сказать, что есть над чем работать. Дальше. Конкретика, такое насыщенное содержание и возможности для того, чтобы это все реализовывать. Многое предстоит еще осмыслить, потому что мы пока заняты осмыслением, продумыванием технических вопросов, скажем, расширения. Это одна часть. Но расширение состава участников, присоединение таких авторитетных государств, как Индия и Пакистан, расширяет потенциал поля деятельности даже в другом плане. Это структура, где объединяются государства, да, собственными интересами, собственной политикой, но готовы объединить на площадке ШОС
вот, усилия во имя реализации общих интересов. А вот эти общие интересы предстоит еще стыковать, объединять, обеспечивать их сопряжение и взаимодействие.